Алло, Ахыныч, салам, калайсын. Бул мен ғой, Павлодарский. О, Павлодарский, калайсын. Брат, тут такой этот кулайсыз жағдай бұл кетті. В общем, я тауға келдім да, приехал, полазил по горам, все. И прикинь, ключ от машины жоғалып алдым. Не могу найти нигде. В общем, это, брат, сенің көмегің керек. Ал не істеу керек? Ты у Серғазы запасной ключ. Забери и мне сюда алып кел, а? Так я сейчас не смогу приехать. У меня ж машина жөндеуде тұр. На ремонте стоит. Ага. Эй, брат, каршеринг бар ғой. Все, сен көлікті жаға ал. И сюда приезжай. Я оплачу все. А, так. Ну, давай. Тогда локацию жіберш. Давай, жду. Для многих трудно себе представить комфортную жизнь, жайлы өмір, без автомобиля. Қазіргі таңда, в наше время, даже те, у кого нет своего авто, умудряются быть автомобилистами, потому что используют специальные сервисы аренды автомобилей. Вот и мы давайте сейчас подберем себе қолайлы көлік, подходящий авто. Так, едем мы в горы, поэтому вот такой Nissan Qashqai как раз подойдет. Ну что, поможем хорошему человеку и заодно выучим фразы, которые так или иначе пригодятся нам на дороге. О! Ритмин бастайк. Начнем по порядку. Вот у нас такая кадымга жағдай. Обычная ситуация. Мы зажаты на парковке. Хорошо, когда в машине есть вот такая камера заднего вида и можно аккуратненько самому выехать. Ну а если камеры нет, то лучше перестраховаться и кого-нибудь попросить. Вон того человечка. Не забываем про вежливость. Здороваемся. Хайрлы кун. Кешерим сурайман. Я извиняюсь. Сіз көмектесе аласызба? Можете помочь? Сіз көмектесе аласызба? Ну, скорее всего, человек спросит. Не болды. Что случилось? Или не керек. Что необходимо? Не болды. Не керек. А мы говорим. Сіз маған шығуға көмектесе аласызба? Глагол «шығу» — это вообще «выходить». Ну, в данном случае мы как бы выходим из парковки, выезжаем. Поэтому «шығуға» — выйти, выехать. «Көмектесе аласызба» — можете мне помочь? «Маған шығуға көмектесе аласызба» — «сіз қарап тұра аласызба» — можете посмотреть? Ну, чтоб я никого не задел. «Сіз қарап тұра аласызба» — для того, чтобы нам помочь выехать из парковки, нужно знать всего несколько фраз. Жюрибер, жюрибер, давай-давай, проезжай, продолжай проезжать. Или асхпа, не торопись, асхпа. Или тохта, остановись, тохта. Или уйтпейсен, не проходишь. Глагол уйту – это проходить, уйтпейсен – не проходишь. Или корхпай шхабер, корху – бояться, корхпай – не боясь, то есть смело. Выезжай, шхабер, корхпай шхабер, смело выезжай. Паркуясь, мы всегда крутим колеса в необходимую сторону. Крутить их можно только вправо, он жаққа, или влево, сол жаққа. Вот мы говорим, он жаққа, это уже направление указано, он жаққа, в правую сторону. Но еще есть слово такое, қарай, оно тоже указывает на направление, усиливает направление, то есть в сторону правой стороны, если дословно. И получается, дөңгелекті, он жаққа қарай, в сторону права, айналдыршы, поверни. Дөңгелекті, он жаққа қарай, айналдыршы. Ал енді дөңгелекті сол жаққа қарай айналдыршы. А еще колеса можно поставить прямо. Дөңгелекті тура қой, тура қой, прямо. Тура это прямо, қой поставить. Вот, пожалуйста. К сожалению, бывают такие ситуации, когда нас зажимают во дворе. Но порядочные водители оставляют номер телефона под стеклом, по которому мы можем позвонить и попросить убрать машину. Но сначала лучше поздороваться. Қайырлығын. Добрый день. Мен кешірім сұраймын, я извиняюсь. Сіздің көлігіңіз шыға берісті жауып тұр. Ваша машина, сіздің көлігіңіз шыға берісті. Шыға беріс – это выход. Кіре беріс – это вход. А шыға беріс – выход. А слово шығу – выходить. Шыға берісті жауып тұр. Закрывает в данный момент. Жауып тұр. Өтініш.
көлігіңізді алып тастайсыз ба? Өзіңіз просьба. Көлігіңізді, вашу машину алып тастайсыз ба? Можете убрать. Өзіңіз көлігіңізді алып тастайсыз ба? Ну, если мы видим, что в оставленной машине открыто стекло, как здесь, или фары горят, то желательно тоже позвонить по телефону, если он есть, и предупредить человека. И ему приятно, и вам хорошо. Терезеңіз ашық. Ваше окно открыто. Ашық. Шам жарығын өшірмедіңіз. Шам жарығын – это свет фары. Ну, фара в данном случае шам, жарығын – свет. Шам жарығын өшірмедіңіз, не выключили. Я-я. Шам жарығын өшірмедіңіз. Көлігіңізде жарық жанып тұр. Көлігіңізде вашей машине жарық свет жанып тұр, горит. Көлігіңізде жарық жанып тұр. На парковке часто нет свободных мест. Но бывает так, что мы подъезжаем и видим, что вот стоит машинка, а внутри сидит человек. Может быть, он сейчас уезжает. Так его и спрашиваем. Сіз қазір шығасыз ба? Сіз қазір, вы сейчас шығасыз ба? Уезжаете. Вариантов ответов у него может быть несколько. Я-я, мен кетем, мен кетем. Қас. А мен 10 минуттан кейін кетем. Через 10 минут уезжаю. Жоқ, мен бір адамды күтіп отырмын. А, жоқ, мен осы жерде қалам. Останусь здесь. Ну, бывает так, что нам не обязательно, чтобы он вообще уезжал с этого места. Достаточно, чтобы он чуть-чуть подвинулся, и тогда места двоим хватит. Так и говорим. Сәл ғана, совсем чуть-чуть. Артқа жүресіз бе? Артқа – это назад. Жүресіз бе? Можете проехать. Сәл ғана артқа жүресіз бе? Либо вперед. Вперед – алдыға. Сәл ғана алдыға жүресіз бе? Можете немножко проехать вперед. Ну и будьте готовы, что как бы правильно вы не обратились к человеку, интеллигентно, ответить, отреагировать он может не совсем приятно. Например, вот так. Ну, как-то так. О, Павлодарский звонит. Я, Акыныч, ну что там, кандай жаналов? Сен кайдасын? Мен саған қарай келе жатырмын. По направлению к тебе уже еду. Все, жди. Скоро буду. Скоро. Угу. Как минимум в следующем ролике приеду. Это был Казахский с Акынычем. Вы учите фразы, которые сегодня разучили. А в следующем ролике продолжим.